Это тема сахских воинов. Это наши предки, которыми мы гордимся. Это тема героическая. Они были пассионарные люди, которые были воинами и по духу, и по факту. Вот. Эта тема еще мною в Казахстане задумывалась, и она будет продолжаться. Вот. И я решил, так как здесь симпозиум, он предполагает объединение тюркских народов, вот. И я решил, что это тоже, она здесь будет уместна, эта тема. Поэтому я ее выбрал, чтобы исполнить ее здесь. Ну, это можно перечислять много и много. Если из мировых, то это классики. Вот. Разного периода, разных веков. От Возрождения до 20 века. Можно много перечислять. Допустим, если это западные художники, да? Нет. Конечно, Леонардо, Микеланджело, итальянские художники эпохи Возрождения. Вот. Если европейские, Вермеер, к примеру, французский Делакруа, это когда мы были в Лувре, воочию уже видели шедевры. Это тоже большая школа посмотреть мастеров. Очень много. Гойя, Эль Греко, много можно перечислять. Из русских художников очень много, допустим, Врубель очень нравится. Наши казахстанские художники, таких как Манбеев, Тансыкбаев очень нравится. Ну, можно как-то банально выразиться, а можно сказать так, что это ответственность, в первую очередь, потому что если Всевышний Аллах дал нам этот дар, то перед нами есть ответственность перед Всевышним, перед, наверное, обществом, что мы должны как-то через свое искусство к чему-то призывать, говорить о темах каких-то там важных, да? Ну, есть такое выражение «красота спасет мир», ну, оно тоже относительное, это выражение, потому что были художники, но они, то есть были тираны, но они, допустим, как Гитлер, вот он был художником, но этот мир не спасло от Гитлера, хотя он был тоже художником. Поэтому это все относительно, но я считаю, мы художники, мы должны реализовать свои возможности, чтобы как-то способствовать, чтобы людей к хорошему как-то